Формат я очень давно хотела, и мне повезло получить его именно в таком исполнении. Это, ну, не то, что старинный дизайн, сейчас уже не выпускают просто в таком дизайне этот аромат. Сейчас он, по-моему, идет в квадратике, у меня солнышко, в квадратике, но я не знаю, я не пробовала новый, но вот это, ой, девочки, это просто, это кайф. Пробка из-под шампанского. Я обожаю шампанское, я фанат, можно сказать, этого пузырькового напитка. Очень люблю, но не об этом сейчас. Аромат мой на 100%, потому что это ода просто шампанскому. Ода празднику, ода каким-то фейерверкам, салютам, не знаю, десертам, фруктовым тарелкам. Клубника в шампанском, шампанский в персиках. Нет, не шампанский, персики в шампанском, абрикосы в шампанском. Это, ну, это кайф. Это такой аромат праздника, аромат настроения. Он заряжает какой-то вот такой, именно вот праздничной атмосферой на день рождения, на какие-то, ну, я не знаю, на какие-то, на Новый год. Вот это вот идеальный вариант. Не на каждый день, я думаю. Очень стойкий, очень шлейфовый, просто кайф. Плюс это мой любимый шипр, на этот раз фруктовый. Ну, люблю я шипры, что ж тут скажешь. Девочки, попробуйте, это потрясающе. Очень стойкий и шлейфовый, как я уже сказала. У меня это Eau de Toilette, но не знаю, это кайф. Следующий аромат, который я бы хотела вам показать, он абсолютно противоположен. По настроению. Это Загорск от Comme des Garçons. Я обожаю марку Comme des Garçons. С ней нужно знакомиться, ее нужно пробовать обязательно. Я сейчас жду новинку от Гоши Рубчинского. Прикольный дизайнер, молодец, парень. Ну, жду. Конечно, он не сам это все сделал, но здорово, что мы и для Comme des Garçons. Это же просто, это кайф. Но у нас еще не завезли, к нам еще не долетел. Загорск. Загорск — это, ну, для меня это пахнет Россией, реально. Пахнет русским лесом, а в лесу стоит церковь деревянная, и там ладан, и березы, и березовый сок. Ну, это, ну, это что-то такое, знаете, деревня. И вот, ну, это деревня с... Солнце садится, сток сена, знаете, когда бегаешь купаться ночью. Ну, это так красиво, но, ну, реально, мне очень понравился он. Ну, когда я его попробовала, у меня прям такой тыщ, шок. О, Россия, ностальгия. Загорск от Comme des Garçons, попробуйте. Очень красивый древесный аромат. Бесподобный аромат, бесподобный. Следующий аромат — это Allure от Chanel. Парфюм, у меня 50 миллилитров, ну, это моя любовь уже давно, я их люблю, люблю именно вот Allure классический, не, ну, не, вот именно вот в этом исполнении. Он меня радует всегда, и он, видите, как перевешивает она, моя змеюка, и он меня, понимаете, я его не могу раскусить. Это так прекрасно, когда есть такой аромат, который ты до конца не можешь раскусить. Я даже не хочу там смотреть его пирамиду, что там вообще лежит. Для меня это симфония, для меня это классическая музыка, для меня это вот, знаете, поход в театр и куда-то там, ну, что-то такое шикарное, это шик. Но в то же время и на каждый день можно. То есть почувствовать себя красивой, почувствовать себя желанной для себя, не для других, вот чисто для себя, это вот прям ты. Это вот такое женственное настроение, я его обожаю, обожаю, обожаю. Комплементарный дико, стойкий, нереально шлейфовый, просто. Выше всяких похвал у него шлейф. Моя прелесть. Ну, все, наверное, знают Allure. Я очень люблю Allure. Шанель я вообще с Шанелью пока не очень, но вот это да, это классика, это моя любовь. Следующий аромат, который у меня появился недавно, это Джульетта с пистолетом Note Parfum.
Не парфюм. Ну, абраксан, мускусный аромат, амбровый, так далее. Знаете, я его очень хотела. Мне он был очень интересен. После первого затеста я сходила в Сефору. Я специально не нанесла на себя аромат, чтобы именно потестить ноты парфюм. Мне понравилось. Мне понравилось раскрытие на мне, мне понравилось настроение, которое он мне создал. У меня, знаете, сначала получилось как? Очень четко какие-то специи, знаете? Ну вот серьезно, видимо, в комбинации с моей кожей, может, с настроением. Что-то такое вот типа куркумы. Специево. Очень специево он на мне раскрылся. Но потом это все ушло, и появилась вот какая-то припудра, немножко пыльный, немножко такой кремовый запах, не яркий, не громкий. Я вот думаю, кстати, не очень шлейфовый, но я его еще достаточно не носила, чтобы прям вот так заявлять. Моему сыну он безумно нравится, и он тоже его активно на себя поливает периодически, и мы с ним сравниваем, как на мне пахнет, как на нем пахнет. Ну, короче, на нем пахнет очень по-мужски, в плане как по-мужски. Таким, знаете, свежим лосьоном после бритья, или, например, мне сразу вот напомнило это Calvin Klein One. Вот очень похоже, очень-очень-очень похоже на моем мелком сыне. 8 лет ему. Ну, я надо прятать. Очень ему нравится. Я не думаю, что я с ним готова с этим парфюмом идти куда-то там на встречу, куда-то на какое-то мероприятие. Не об этом. Это такой парфюм для дома. Мне кажется, на каждый день в офис его было бы очень хорошо надеть, потому что ты о нем забываешь периодически, а потом ты что-то так делаешь, и он бум, и напоминает о себе. Ну, приятный, приятный, стоит попробовать, не стоит сразу брать, конечно, большую вот эту бадью. Но если вам понравится, то да, это класс, это класс. Взять там, знаете, может быть, в наборе, в Сефоре продаются наборы Juliet Hezegan со всеми этими пробирками. Вот взять пробирку и попробовать, вам будет более чем достаточно, а потом уже для себя решить. И последняя моя новинка, это вот, наверное, звезда новинок. Это Миколев, коллекция, ванильная коллекция у них была, 3 миллилитра, 3 аромата, вручную тут все нарисовано, вручную написано, наверное, самой Мартиной, потому что она расписывает духи, пузырьки эксклюзивных коллекций часто, вот. Вот у меня такая, значит, такой аромат. Это парфюм 50 мл, называется Марин. Все ароматы о ванили, ванильная коллекция. Почему я выбрала этот аромат? Потому что для меня... Они все, знаете, они там все нестандартные. Ваниль вся такая разная, интересная. Но вот этот, это вообще, это кайф. У меня вообще подобных парфюмов в моей коллекции нет. Это соленая ваниль, то есть там реально вот морская вода, как будто море, солнце, вот этот вот солоноватый воздух, горячие камни и растертые на этом горячем камне, на этих горячих камнях стручки ванили, немного каких-то цитрусов, ну что-то такое. Он очень-очень классный, он очень вкусный, он бодрящий, он манящий. Но он, знаете, он на мне вообще не раскрывается. То есть он звучит вот как вот от начала и до конца вот очень так гладко, спокойно. Но это не портит вообще его. Потрясающий. Потрясающая ваниль, потрясающая, не похожая вообще ни на какой другой аромат. Именно вот из-за этой соленой ноты. Я вообще не люблю соленые ноты в ароматах, но здесь это так, знаете, бум, неожиданно. У меня случилась любовь. Да, бы я хотела бы, наверное, два других аромата.
песни из этой серии. Ну, поживем, увидим. Все еще будет, я надеюсь. Так что так. Это была вся моя змея. Нет, это были вот такие все мои новинки. Я надеюсь, новинки будут еще. Ну, точно будут. Если кому интересно, это моя брошь. Она винтажная, змея. Тяжелая, красивая. Я ее люблю. Я ее люблю сочетать с чем-то вообще таким абсолютно простым, потому что сама по себе она, конечно, ого-го, может ослепить, знаете. Такая вот. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао.